Мы сегодня очень сильно зависим от импорта. Мы просто начнем вымирать. Это не шутки, я не алармист, я действительно говорю. По многим видам жизненно необходимых товаров мы зависим от импорта. И если этот импорт остановится, ну, например, те же самые лекарства. Вот, кстати, опять-таки, в этом законопроекте о контрсанкциях говорится о лекарствах, которые импортируются из Соединенных Штатов. И уже появились лоббисты, которые говорят, вычеркните, пожалуйста, эту позицию, потому что люди начнут умирать. Так, вы тогда... Эти опасения не оправданы, Валентин Юрьевич. Так нет, вы впишите в закон о контрсанкциях, там поручить, приказать соответствующему чиновнику в течение одного года, 365 дней, ввести в действие цеха там, производственной мощности по выпуску российского аналога того или иного американского препарата. Но у нас же сильнейшая фармацевтика. Мы произвели лекарства по лечению рака, и сейчас апробацию. Ну, на самом-то деле, я общаюсь с людьми, которые производят лекарства, или которые готовы производить лекарства. В Москве, в правительстве, находится лобби, которое работает в интересах американских фармацевтических... Которое не дает это сделать. Да, безусловно, безусловно. Вы дайте возможность нашему производителю, он в течение года произведет замещение американских препаратов. К сожалению, там сговор, там круговая порука, понимаете? Там пятая колонна в чистом виде. То есть это получается такой замкнутый круг. Как его разомкнуть, Валентин Юрьевич? Не хочется заканчивать на такой минутной ноте. Я даже не знаю, но очень аналогии напоминают то, что было 100 лет назад, в 1917 году.